Сегодня я хочу вам рассказать, как красить брови и как сделать корректор бровей. В общем, я свои брови корректирую так. Я как можно прямее делаю бровь. И чтобы вот этого нависания было как можно меньше, стараюсь сделать небольшой изгиб, но небольшой. Также, чтобы моя надбровная вот эта дуга нависания вот тут смягчить, я выщипываю вот тут брови. Я использую два вида краски, коричневую и графит от Estelle. Сохранить четкие контуры мне помогает ремувер. Я выдавливаю по сантиметру той и другой краски, добавляя 1:2 кислитель, все тщательно перемешиваю. Далее кое-что поинтереснее, переходим к форме. Сейчас главное добиться ровного покрытия всей площади брови краской, чтобы потом мы удалили лишнее и все равномерно прокрасилось. В общем, палочку в ремувере начинаю делать ровные линии. Без ровных линий в окрашивании бровей никуда. Когда вы один раз хотя бы окрашиваете брови, вы понимаете, что форму нужно задавать идеальную, так как держаться она будет неделю, может быть даже две. У кого какие брови? У меня держится неделю. Интенсивность просто с каждым днем все меньше и меньше, смотря сколько, конечно, еще подержать. Ну вот, тут я опять делаю ровное покрытие, а потом буду все убирать ватной палочкой. И самое главное, это нужно растушевать начало брови. Если у вас нет тушевки начала брови, то все, это провал. Я растягиваю цвет переносицы и делаю четкий срез. И этот срез начинаю втушевывать в кожу, чтобы получился градиент. Градиент — это наше все. Без градиента никуда. Никаких реалистичных бровей. Мочу палочку в ремувере, прохожусь по бровям, точнее по коже возле бровей, чтобы не было никаких фейлов потом. И делаю внизу две полоски, это как бы создает такую типа глубину. Чтобы взять и чудесненько закончить мой видосик, нужно снять красочку с бровей.